Дорогие рукодельницы, как вы относитесь к вязанию меланжевой пряжи? Мне меланж очень нравится, но только в том случае, если он выполнен на профессиональном оборудовании. Что такое меланж? Не надо его путать с секционкой. Секционка – это секция одного украшения. Меланж – это пряжа, состоящая из большого количества сложений, волокон, каждый из которых имеет свой цвет. И в результате, когда у нас идет в одной скрутке несколько цветов, получается вот такой вот пестрый эффект. В домашних условиях равномерный меланж получить невозможно. Всегда будут петли, неравномерная подача, ну и для вязальной машины соответствующие проблемы. Плюс к этому мы не можем добиться равномерной скрутки. Поэтому меланж будет не меланж, а произвольная полосатость. Некрасивая, неизящная, неравномерная. То есть вот такие вот полоски изделия не украсят ни в каком виде. Некрасиво, неаккуратно. Меланжевые изделия очень требовательны к качеству пряжи. И чтобы ваши изделия тоже были качественными и красивыми, рекомендую приобретать меланжевую пряжу только у тех продавцов, которые имеют промышленную перемоточную технику. Перемоточная техника, машина настоящая, профессиональная, дает параллельную скрутку нити, которая при вязании сама себя сматывает и получается эффект равномерной подачи. То есть никаких полос, никаких неприятных вещей, которые у нас получаются, если мы произвольно на вязальной машинке собираем эту пряжу. Поэтому приобретайте меланж у тех производителей, у тех продавцов, в качестве которых вы уверены. Один из этих продавцов — торговый дом Петровский. Чудесная слонимская пряжа. Качество пряжи всем известно, слонимская, белорусская. Ну и намотка. На любой вкус, на любой расцвет. Миксуется по желанию заказчика. Либо вы выбираете варианты, которые есть в наличии. Смотрите, выбирайте. Вяжите совершенно чудесные, потрясающие вещи. Мы из этой пряжи в ближайшее время будем вязать бактус. Присоединяйтесь к нашему совместному вязанию. Приглашаю вас на бесплатный совместник по вязанию бактуса к 8 марта.